Футбольный клуб «Нижний Новгород» начнет выступление в Кубке России матчем в Томске против местной «Томи». Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась сегодня в Москве. Напомним, в этом сезоне клубы ФНЛ вступают в борьбу со стадией 1/64 финала. Нижегородцы свой матч проведут 26 августа. Напомним, именно с «Томью» команда Роберта Евдокимова начала сезон в «Олимп ФНЛ». В прошлые выходные наши футболисты одержали победу на своем поле со счетом 1-0. Единственный мяч забил Кирилл Гацук.